Заживший результат, одна процедура, камуфляж рубцов. Некоторые рубцы стали уже прям бежевыми, не так видны. Конечно, крупные сегодня мы будем дорабатывать, докрашивать. Но в целом у нас где-то усадка цвета процентов 50 с первой процедуры, чему мы, конечно, очень рады. Продолжаем сегодня работать. Уже когда выполним процедуру, я вам обязательно покажу и заживший результат после. Заживший результат. Камуфляж рубцов. Я хочу отметить, что я нахожусь где-то сантиметров 30 от рисунка, и я его уже даже, в принципе, не вижу на этом расстоянии. Вот. Задача у нас потихонечку выполняется. Мы закрываем рубцы, делаем их не белыми, в цвет кожи. Это поможет потом чувствовать себя комфортно.